Здравствуйте! Уверен, что многие зрители нашего канала помнят ролик о очень необычной банной печи, о печи «Паровоз» от компании «Термофор». Сейчас у меня есть возможность посмотреть на всю эту линейку, но не за этим я приехал на завод «Термофор». Паровых копий наземной техники им оказалось мало, и ребята очень активно начали готовиться к 60-й годовщине первого полета человека в космос. Какая необычная идея пришла им в голову и как они ее реализовали, сейчас увидим. Вот она, печка мечты Сергея Павловича Королева. Дело его живет. Космические технологии, улетный дизайн. Мне больше нечего добавить. Это действительно технологичная печка, и мы сейчас посмотрим, как она работает. Но прежде изучим ее конструкцию. Печь состоит из двух отсеков. Первый, основной, это сама топка с каменкой. Сбоку надеты три разгонных модуля. Заливная воронка для закрытой каменки и декоративный кожух, который закрывает установленный в печку бак либо теплообменник. Здесь вот есть специальные вырезы для того, чтобы можно было их отогнуть и подключить теплообменник. Открутив несколько саморезов, можно снять верхнюю часть кожуха. Перед установкой бака нужно наполнить каменку. Емкость каменки около 80 кг. На выход дымохода, который изготовлен из цельной трубы с толщиной стенки 6 мм, надевается бак на 50 литров, либо теплообменник, но бак входит в комплект. Продолжим обзор. Здесь даже вот есть предупреждение о том, что высокая температура. Ну и естественно, когда вы сидите в бане, есть что почитать. Бак заправлять только водой, подавать только воду. И очень интересная система управления подачей пара. Есть два варианта работы этой системы: когда форсаж открыт и когда форсаж закрыт. В закрытом состоянии форсажа пар выходит через отверстия, находящиеся в верхней части каменки, то есть ему ничто не мешает выходить напрямую. Но самое интересное начинается, когда форсаж открывают. Отверстия для выхода пара закрыты. И пару приходится выходить через три трубки, спрятанными за декоративными элементами, имитирующими ступени ракеты. К патрубку выхода из каменки подключена металлическая труба, которая направлена вниз, и при подаче пара он выходит в нижней части ракеты, тем самым образует под ней очень эффектные клубы пара. Кстати, очень необычное решение. Печь как бы парит над полом, и это придает 100-килограммовой конструкции легкость. Вот давайте вернемся к системе подачи воды. Вода подается через специальную заливную воронку, в ней есть два отверстия. Внутрь она попадает по двум каналам и распределяется по всей поверхности каменки. Каменка очень глубокая, в нее входит около 80 килограммов камней. Чтобы нагреть камни до высокой температуры, потребуется около часа. И спустя это время печь начнет выдавать мощный пар. Ну естественно, куда же без «поехали». Дверца тоже имеет стилистическое оформление, в ней есть поддувало, небольшое смотровое окошко, затем, чтобы контролировать процесс горения дров, декоративный барашек, который имитирует завертку люка, но сама дверь фиксируется магнитом. Стенки топки неспроста имеют гофрированную структуру, так как температура горения довольно большая. И для того, чтобы исключить
полотки металла придали стенкам топки жесткость, и выглядит это все довольно надежно. Материал топки 3-миллиметровая сталь. Ну и, конечно, топка имеет выносной топливный канал для того, чтобы можно было удобно топить печь из смежного помещения. Ну я просто не могу не удержаться, чтобы сказать, как тебе такое, Илон Маск. Дорогие друзья, я думал, что после появления печей паровоз в линейке компании Термофор меня уже ничем не удивить, но они переплюнули сами себя. Конечно, после того, как мне отправили фотографию этой печи с производства, и у меня была определенная доля скепсиса относительно вообще жизнеспособности такой конструкции и ее коммерческой привлекательности, но сейчас, глядя на нее, у меня какой-то совершенно детский восторг, сопоставимый с тем, как ты идешь на новогоднюю елку в костюме космонавта. Ну и, естественно, клиентами, которые будут приобретать эту печь, будут явно люди неординарные, явно с чувством юмора, ну и любящие хороший качественный пар. Ну а сейчас пришла пора посмотреть, как работает эта печь. Поехали! Это вообще круто. Ёжик! Я буду с нетерпением ждать вместе с вами появления этой новинки в ассортименте нашего магазина. Для того, чтобы не пропустить этот момент, обязательно подпишитесь на наши социальные сети, подпишитесь на наш канал, ведь там, возможно, в скором будущем мы покажем установленный вариант в действующей бане и попаримся для того, чтобы поделиться с вами ощущениями о работе этой печи. Ну что ж, я на сегодня прощаюсь с вами. До свидания, до новых встреч. Счастливо!